Наступают майские праздники, и наконец-то можно немного отдохнуть от работы. Весна в разгаре, в преддверии праздников, возможно, и отпусков. Предлагаю сегодня накидать немного идей, как отдохнуть, чтобы не устать. Чем заняться в свободные дни и узнать, как это звучит на английском. С вами Оля, это Puzzle English. Поехали! Первый и беспроигрышный вариант – это устроить пикник в парке или на природе. Вам точно понадобится еда. Сэндвичи, снеки, фрукты, жареная курица в фольге, напитки – все это можно поместить в пикник баскет, специальную корзину для провизии, и взять с собой покрывало, на котором удобно сидеть на земле. Пикник бланкет. А у тебя есть пикник баскет свой? Есть, прикинь. И туда в термос вставляются вилки, ложки, прям такая, там, резинки. Угу. У меня есть специальное покрывало, у него снизу это фольга, чтобы попу не морозить. О том, что вы устроили пикник, можно сказать по-разному. To have a picnic, или to set up a picnic, или to pack a picnic. To pack a picnic – буквально его упаковать. Вообще, в английском языке слово «пикник» ассоциируется с легким, беззаботным времяпрепровождением. И если что-то идет не очень легко, дается с трудом, вызывает сопротивление и неприязнь, то тут-то нам пикник пригодится в другом значении – be no picnic. А знаешь Шелдона? Да. Вот там есть ролики, когда он говорит «picnic is no picnic». Типа, подготовка к пикнику – это вообще не в кайф. Собрать бутерброды, настрогать, чтоб тебя не сожрали эти муравьи. Ты знаешь, что занимают эти для, ну, гриля, правда, специально, как они называются? Короче, занимают, прям в Авито есть, занимаю место. Да, беседки, беседки. Да. Так что пикник is no picnic, если тебе негде его провести. Also, picnics are no picnic. Или можно так сказать про человека. My friend is not a bad person, but he is certainly no picnic. Мой друг неплохой человек, но он точно не подарок. Ладно, не будем о грустном, давайте облегчим подготовку к пикнику и объявим компании, что он будет проходить в формате potluck. Что за загадочный горшочек удачи? Знаете, что такое potluck? Изначально potluck обозначало угощение для непредвиденных гостей, своего рода каша из топора. Брали pot, горшок, и клали все, что было съедобным, запекали. В результате то, что оказывалось у гостя в тарелке, зависело только от его удачи. Luck. Would you like to take potluck with us tonight? Хочешь сегодня поужинать с нами? Мы сейчас что-нибудь быстренько сообразим. Гость понимает, что к его визиту не готовились. Сейчас potluck. Обед, ужин, в складчину, на который каждый гость приходит со своим угощением. Основная цель такого формата – это скорее общение. Еда – это приятное дополнение. Следующее и достаточно необычное занятие на природе – это birdwatching или birding – наблюдение за птицами. Весной пернатые возвращаются на север, их становится больше, есть шанс обнаружить редкий вид. Вам точно понадобится бинокль – binoculars и полевой гид. Field guide или гид по птицам, bird guide. Можно отправиться в местный заповедник или парк и посмотреть, сколько птиц вы сможете найти. Или совсем по-серьезному присоединиться к клубу орнитологов и выбраться на дикую природу. Many locally based bird watching groups welcome new members and love educating people new to ornithology. Многие местные группы по наблюдению за птицами рады новым членам и любят обучать людей, незнакомых с орнитологией. Есть классный фильм на эту тему «The Big Year» – «Большой год», в главных ролях Стив Мартин и Джек Блэк. Посмотрите, как можно наблюдать за птицами. Такой формат отдыха убивает двух зайцев. Вы проводите время на свежем воздухе и расширяете свой кругозор. To kill two birds with one stone. Птичку жалко. Убить двух птиц одним камнем. Это та самая идиома, которая означает сделать два действия одним махом. Поехали дальше. Раз предполагается, что погода будет способствовать отдыху на улице, давайте рассмотрим еще досуг на воде. Одно из трендовых и доступных видов – это катание на сапе. SUP – stand-up paddle. Правильнее называть этот вид спорта paddleboarding. Для пэддлбординга используется доска, похожая на доску для серфинга. Разница в том, что вам в руки выдают весло,
paddle, и вам не обязательно преодолевать стихию волн, как серфингисту. Гребете себе спокойно, плавно созерцаете пейзажи вокруг. Смена сезонов для многих приходит неожиданно, и это касается в том числе одежды. Я не буду оригинальной, сказав, что шопинг – неплохой способ провести время. Вы можете побаловать себя. To treat yourself. Oh, what you want to? Donatella, T-Mobile. Three words for you. Treat yourself. Treat yourself 2011. И обновить свой гардероб. Update your wardrobe. Если хотите расхламиться, то устройте garage sale. В Америке обычно это продажа подержанных, ненужных вещей. Проходит она около гаража или в гараже. А вот в Англии она называется car boot sale. В таком случае все грузится в багажник, boot, и отвозится на специально отведенную площадку. Подобные места продажи называются flea market или junk shops. Блошиные рынки или магазины барахла. А на случай плохой погоды у меня есть для вас целый список вариантов мастер-классов, которые вы можете посетить. Pottery class. Уроки гончарного дела. Создадите тарелку, вазу, кружку или арт-объект из глины. Как только начнете лепить горшки, сразу получите звание Поттер. Гончар. Но Гарри Поттер, он из гончаров получается. Ну ты сам подумай, я почему сюда это вставила? У меня когда в голову это, можешь мне молнию так... Я думаю, что да, у него фамилия похожа. Ну, как минимум, она пишется так же. Значит, он из рода гончаров. Гончары. Не боги горшки обжигали. Следующий мастер-класс – cake decorating. Кондитерский класс, на нем вас научат украшать торт. Flower arranging – искусство создания букетов. Весь дом будет в букетах. Paint and sip class. Здесь уроки проходят обычно в кафе. А вы рисуете под бокальчик, например, игристого, которого вы делаете глоток. Sip. В процессе создания своего шедевра. Ну и, конечно же, можно и нужно позаниматься английским. Приглашаем всех желающих на бесплатный первый урок. Вы узнаете свой уровень английского, какой курс вам лучше подойдет. И, конечно же, поговорите на английском. Первый урок на Puzzle English – это полноценный урок, на котором вы сможете попрактиковать разговорную речь. Here you can see three categories of words. Housework, work activities, hobbies and interests. And I want you to read these words above the categories and say which category you would like to put it in. Dancing, hobbies and interests. Записывайтесь скорее и улучшайте вашу речь. Добавлю вам в копилку праздников еще один. Во вторую субботу мая во многих странах празднуется День матери – International Mother's Day. Отличный повод завести традицию проводить время с родными людьми, полностью фокусируясь на общении и совместном досуге. To spend quality time. Обычно этот формат предлагает, что вы не отвлекаетесь на телефон, интернет, соцсети и посвящаете время друг другу. Digital Detox. Ну и последнее на сегодня. Такое простое занятие, как хорошенько отоспаться и отдохнуть. To have a lie in and chill out. Залечь и чилить, чтобы поднабраться сил. Друзья, желаю вам to kill two birds with one stone. Хорошо провести время и отдохнуть. И to spend quality time с друзьями и родными. Пока-пока!